Всем привет! Это канал Дармоед, и так как я сегодня немного приболел, помимо приема обычных лекарственных препаратов, я решил еще укрепить свой иммунитет. Поэтому я возьму вот такую чайную чашку, возьму корень имбиря, отрежу три вот таких кусочка, покрошу их на дольки, возьму лимон, отрежу такой вот небольшой пластик, возьму чай самый обычный, черный, возьму три вот таких гвоздички, залью это все кипятком. Дам настояться минут 5-7. Прошло 5 минут. Возьму мед. Наш чаек немножко подостыл. В кипяток лить мед нежелательно. Возьму пару ложечек меда. И все это аккуратно перемешаю. Вот такой замечательный иммуностимулирующий чай у меня получился. Уверен, что за сегодняшний день я встану на ноги и завтра радостный пойду на работу. С вами был канал Дармоед. Не болейте, подписывайтесь, ставьте лайки, впереди будет еще много всего интересного.